Накануне международной выставки архитектуры и дизайна «Арх Москвы» показали новую концепцию соборной мечети Казани. Внешний объект напоминает Каабы – священный камень в исламе, которым вдохновлялись архитекторы. А в центре располагается белый купол молельного зала, отсылающий к расположению молящихся вокруг Каабы. Материал, из которого сделан купол, светоотражающий, поэтому сердце мечети будет считываться со всех сторон Казани. Само здание будет как бы парить над Волгой, соединяясь с берегом, площадью и мостом. Нашли такое интересное место, как раз там, где Волга делает поворот, там открываются огромные просторы водной глади, и эта точка воспринимается с очень большого расстояния, с кораблей, с других берегов. Сразу было заявлено, что проект будет на воде, но где именно, оставалось под вопросом. Изначально архитекторам предложили начать строительство на месте парка Крылай, что казалось самым оптимальным решением. Расположить соборную мечеть хотели в центре светской жизни. Однако итоговым местом расположения была выбрана территория пескобазы в Адмиралтейской слободе. Как подчеркивают архитекторы, важным в принятии решения стало наличие природного ландшафта, который позволит мечети быть уникальной в местности. Ее не будут перекрывать ни высотные дома, ни сооружения современности. Кроме того, строительство такого объекта в Адмиралтейской слободе станет мощным толчком для развития всей территории, имеющей глубокую историю. Этот объект будет строиться в Адмиралтейской слободе и станет мощным толчком для развития всего района. Это так или иначе, это тоже исторический район, да, но при этом это уже такая считается периферия города, и на сегодняшний день ведутся работы по его восстановлению всего района. Строительство мечети повлечет за собой благоустройство всей территории, в том числе развитие транспортной инфраструктуры. Это серьезный шаг не только в современной архитектуре Казани, но и всей России. Кристина Атёкина, Елизавета Казизянова, Фарид Захидоглы, Универньюз.